обнаружили подо мной. Снаряжение в норме. Готовлюсь нырять. Лейла, ты ведь не знаешь, что внизу? Вдруг акулы? Они лучше тамплиеров. Мы будем следить за Абстерго. Удачи, Лейла. Что ж, я спускаюсь. Где-то там вход. Я найду его. Вот. Должно быть, это вход. Вы еще слышите меня? Что-то вы примолкли? Да, слышим. Ладно, просто здесь ужасно тихо. Ты не одна, Лейла. Мы наблюдаем за тобой. Ты молодец. Да, если что, мы здесь. Сказал ассасин, сидящий за столом. Между прочим, я и так могу быть полезной. Я много знаю о Древней Греции. Вы слышали, что минойцы построили в Закросе огромное кладбище, долину мертвых? Может, не будем о смерти? Алана, если я умру, назови это место пещерами мертвых. Ладно? Конечно. Эй! Я буду скучать по лофту. Мне нравился вид. Скучать? А вернуться нельзя? Ты не читала отчет Киоси? Там побывали Абстерго, он рассекречен. Нет, я же исследовала Тиру. Киоси, ты в порядке? Ну да. Я забрал снаряжение и наблюдал за происходящим издалека. Они нашли мой подарок? Да, флешку, которую ты уронила под стол. Хитрюка. В Абстерго нет дураков, которые рискнут вставить ее в компьютер. И не нужно. Внутри нее мой RFID-передатчик. Стоит поднести его к терминалу, скажем, в кабинете начальника охраны, и... бах! Здорово. Да ну, пустяки. О-о-о! Я не ожидала такого совершенства. Как они это построили? Все бы отдала за инструменты ИСУ. Не похоже на Египет. Общие элементы есть, но... Мне нужно найти подходящий артефакт. Здесь времени мало. Думаю, их... Чтобы помести их в соответствующие стелы. Мне пора. Да, времени мало. Нужно вернуть.
Я ищу... Стендер? Малакас! Я хочу помочь, болван! После Мегариды и того, что ты сделал... Царь Спарты, Архидам, прислал меня помочь тебе одержать победу. Не очень-то он в меня верит. Раз посылает... Так. И... Чем бы... Это он. Деньги и за работу. Твоим злодеянием конец.